Флешмоб с мишенями устроили сегодня в Николаеве представители общественных организаций. Говорят, выйти на улицу их заставили участившиеся нападения на активистов и полное игнорирование этих фактов со стороны руководства области и местной полиции. Подробнее об этом Кирилл Ющишин. С самого утра в Николаеве ледяной дождь и сильный ветер, но это не помешало общественникам и волонтерам из самых разных организаций собраться у обладминистрации. Повод – покушение на активиста Дениса Борошковского. На прошлой неделе неизвестные стреляли в него возле его дома. Сегодня общественники вышли на акцию с мишенями в руках. Я следующий. Мы сразу просто определились, мы решили рассчитаться по порядку. Кто будет следующий, кого будет отстреливать. Но не всем так везет, как Денису. Шеремете не повезло. Займись хорошим делом. Сделай добро для людей. И тебя постелят. Нападение на активистов, которые разоблачают коррупционеров в местных органах власти, говорят участники акции, участились за последние полгода после смены руководства области. До покушения на Дениса Борошковского дважды пытались убить другого активиста и бизнесмена Дмитрия Макса. Сменили прокурора, сменили МВД, сменили губернатора. Где эти люди? Почему их не видно, не слышно? Почему нет ответа по тем событиям, которые происходят на сегодняшний день? Неужели так сложно было навести порядок под прямым обязанностям? Впрочем, ни губернатор Алексей Савченко, ни его заместители или хотя бы подчиненные к участникам акции не вышли. Администрация полностью проигнорировала акцию правозащитников. Позже стало известно, сегодня Савченко на больничном. Но до сих пор нет никакой реакции главы области на покушение на Дениса Борошковского. Ни со стороны губернатора, ни со стороны мэра. Публично никто из них ничего не сказал и не выступил. Когда-то на Майдане была огромная растяжка. Там было написано: «Поймите, нас задолбало». Вот примерно то же самое происходит здесь сейчас. Ждать общественники больше не хотят. Написали обращение к президенту. Надеются, что его реакция заставит полицию и прокуратуру усмирить криминалитет. Тем более, что последнее нападение произошло рядом со школой и могли пострадать дети. Эти события произошли возле 22-й школы. Очевидцами стали маленькие дети. Дети играют сейчас во втором классе в 22-й школе. Следователи какие-то несут домой камни, улики. А накануне произошел еще один вопиющий случай. Неизвестные ограбили редакцию местного интернет-издания «Свидок.Инфо». Унесли компьютеры и фотоаппараты. Сегодняшняя акция была предупредительной, говорят организаторы, и заявляют, ни пулями, ни ограблениями запугать активную часть общины Николаева ни властям, ни правоохранителям не удастся. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал «Интер», Николаев.